В ходе судебного следствия была полностью доказана вина 30-летнего Аразали А в вымогательстве в особо крупном размере. До последнего момента подсудимый надеялся на условный или незначительный срок, однако совершенное им тяжкое преступление мягкости приговора не предусматривало. Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 194, часть 4, пункт 2, приговаривается к 7 годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. После приговора осужденный со слезами на глазах просил суд позаботиться о его семье, где он был единственным кормильцем. Судья разъяснил ему его права. Вы вправе подать апелляцию в течение 15 дней после получения копии приговора. Летом прошлого года Аразали через интернет познакомился с молодой девушкой и начал с ней встречаться, а спустя месяц стал требовать у нее 10 миллионов тенге, угрожая в противном случае опубликовать ее интимные фотографии. Девушка обратилась в полицию, и в конце сентября молодой человек был задержан. В правоохранительных органах отмечают, что это далеко не единичный случай, когда молодые женщины становятся жертвами вымогателей. Женщины знакомились с мужчиной через социальные сети, в интернет. Он затем впоследствии их грабил, забирал автомашину, деньги. И после задержания оказалось, что это мужчина 1966 года, ранее уже 5 раз судимый, был признан южно-казахстанским судом особо опасным рецидивистом. Полицейские призывают граждан к бдительности и осторожности при выборе знакомств в интернете.